Тем временем в России особая ночная месса прошла в Московском храме Христа Спасителя. На торжественной литургии присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев. А президент страны Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме под Тверью. Он уже приезжал туда несколько лет назад. В этом храме крестили его родители. Рождество в России встречают спустя 13 дней после католического. Утро 7 января начинают с посещения литургии, а вернувшись домой, семья садится за угощение.